Приглашаю всех в мир цветных рисунков, и сегодня нарисуем горного лыжника, горнолыжника, спускающегося по склону горы на лыжах. Думаете, это нарисовать сложно? Ну да, это нелегко, но мы сегодня попробуем. Начинаем рисовать лыжника, и поэтому показываем наклон горы, с которой он скатывается, произвольно. Ну, я вот делаю, например, такой наклон. После этого перпендикулярно проводим линию там, где будут ноги, потому что для лыжника очень важно, чтобы ноги были в правильной позиции, чтобы он не упал. Потом, там, где колени согнулись, немножко под углом к этому углу наклону горы. Здесь будет спина, такую дугу делаю. И вот колени здесь. Я, наверное, немножко опущу. Сейчас будем корректировать всю саму гору, где он съезжает. А вот голова, она будет вот здесь колени, а голова будет вот здесь. То есть самое главное сейчас найти правильно пропорции. Вообще человеческое тело рисовать, конечно же, непросто. Теперь его руки прижатые. Вот я сейчас начали линии, прижатые к туловищу и согнутые в локтях. Спина больше наклонена. Здесь перчатки. И тут вот будут торчать палки, зажатые под мышками. И теперь оформляем его тело, то есть круглую спину. Согнулись ноги в коленях, руки у него лежат на коленях, ноги перпендикулярно к склону горы. Ну и, в общем-то, мы опять вышли на тот же склон, ботинки и лыжи. Я бы, наверное, немножко опустила голову. Ну что, наш лыжник катится с горы. Теперь возьмем ластик, подкорректируем все, вытрем нашего лыжника немножко и посмотрим. Вот когда мы стерли, мы сразу видим, какая может ошибка. Что-то ноги длинноватые получились у нашего лыжника. Наверное, вот здесь мы остановимся. Вот, сразу лучше стало. Здесь будут его лыжи. Вторая лыжа. Здесь куртка, плечи согнутые, здесь перчатки и там дальше зажатые палки. Побольше изогнуть надо спину. И вот наш лыжник спускается с горы. И теперь мы опять удалим много черных линий. Не нужны они нам. И теперь немножко раскрасим его. Беру темно-синий карандаш. Сейчас обвожу. Ой, он какой-то у меня оказался фиолетовый. Ну ничего. И такой костюм может быть спортивный, да? Обводим его, ноги, изогнулся, у него спина изогнулась, напряжена, он спускается с горы. Так как руки ушли туда, и мы видим только вот эту часть хорошо руки, а остальная часть
как бы уменьшилась, потому что она ушла в перспективе от нас дальше. Ботинки. Ну, какие-то крутые у него сейчас ботинки нарисуем. С креплениями. А лыжи мы, конечно, нарисуем. Сейчас покажем черного цвета. Можно даже подлиннее их сделать. И вторая лыжа. И то же самое с палками лыжными. Шлем. Сейчас мы его сделаем. Шлем. Может, здесь у него очки. Горнолыжный спортсмен. И сейчас давайте закрасим каким-нибудь цветом. Я вот коричневым могу закрасить. Сейчас вначале просто такую общую штриховку даю. Здесь может куртка такого цвета. А нижняя часть может даже потемнее будет. Сейчас мы возьмем коричневый карандаш. Потемнее. Добавим сюда. Здесь вот у меня много линий. Уберем их. Перчатки тоже мы потемнее сделаем. Ботинки. Здесь загиб рука согнулась, значит, здесь тень будет, здесь тень покажем. И шлем. Ну, шлем какой-нибудь дадим. Давайте дадим очень яркий, например, красный. Пускай у него будет красный шлем. И, конечно, голубым цветом я добавлю на очки. Ну, что еще можно? Сюда можно добавить немножко голубой цвет на перчатки. И теперь покажем склон горы опять. Теперь уже мы знаем, как склон горы проходит. И сейчас просто такие голубые полоски. И покажем, вот он летит со скоростью. Покажем его движение такими. И, наверное, серый цвет нам поможет. Покажем здесь таких. Снег же не совсем гладкий, как простыня. Там уже есть вмятины, уже кто-то съезжал. И покажем серые такие неровные кое-где полоски. И можно использовать белый цвет и добавить... Растушевать вот эти голубые полоски с белым цветом. И то же самое сюда добавить. Белый цвет, конечно, ничего практически не добавил, но он растушевал этот рисунок. И я бы черным цветом, конечно, немножко сейчас обвела. Лучше. Вот такой лыжник у нас получился. Здесь вот можно добавить чуть-чуть темный цвет на сгибе ног, на сгибе рук и где плечи. И для того, чтобы показать, что гора белая, я вот все-таки немножко убрала здесь темный цвет. Беру голубой карандаш. И сделаю такое голубое, на фоне голубого неба летит, спускается с горы наш лыжник. Мне кажется, так вот будет красивее. Мы же рисуем красивую картину. Просто в качестве улучшения. Опс. Сейчас все получится. Можно взять салфетку и немножко растушевать этот голубой тон.
И вот летит наш лыжник с горы. И получился у нас отличный рисунок. Я думаю, у вас тоже хорошо получилось. Конечно, рисовать человеческое тело, да еще в движении, нелегко. Но я надеюсь, у вас все хорошо получилось. И приходите в гости, будем рисовать много хороших рисунков. Рисовать легко и весело, когда вместе.